Прежде всего, я очень рад видеть вас. Мы давно не встретились по причине коронавируса. Сейчас надеюсь, что уже наши работы войдут в обычное русло, и мы в плановом режиме будем регулярно встречаться. Я должен сказать, что довольно-таки эффективным было наше заседание. Мы, например, заслушали доклад о 10 барьерах, и, в принципе, 8 барьеров уже фактически устранены. Там были еще очень важные вопросы по поводу участия предприятий, организаций ЕАЭС в государственных тендерах. Я думаю, там тоже мы довольно-таки к хорошему решению пришли, и я уверен, что в итоге сегодняшнего решения этот вопрос будет решен. Я думаю, что если политическую волю, которая есть, мы сумеем держать на уровне, все вопросы решатся, нужно просто продолжительно работать над этими вопросами.